Ну а женщины больше не понадобятся. Вскоре мужчины смогут иметь детей самостоятельно, без участия слабого пола. Да, вот так. Один даст обычную клетку, а второй – сперму. Так утверждают британские ученые. Мышей размножаются таким удивительным образом. Они уже научили. Ученым удалось убедить сперматозоиды в том, что они оплодотворяют нормальную яйцеклетку. Эксперименты начались с неоплодотворенной яйцеклетки. С помощью различных химических веществ ее превратили в псевдоэмбрион. Он во многом похож на обычную клетку, может делиться и контролировать свою ДНК. В экспериментах на мышах вероятность достижения успешной беременности составила 25%. Родившиеся мыши были здоровы, имели нормальную продолжительность жизни и были способны даже рождать здоровое потомство. Вот теперь проводить свои эксперименты ученые собираются на людях. Если им это удастся, страшно предположить, какие последствия ждут наше общество.